Друзья, всем привет! И сегодня у нас 1 мая, и как я и обещал, подведем итоги конкурса рисунков ваших. Вы прислали очень много прикольных работ, серьезно, я, если честно, даже не ожидал, что будет столько участников. Я думал, там, ну, будет 10, там, 15, максимум 20 работ, а вы прислали 41 работу, было очень тяжело выбрать. Ой, я, наверное, потратил часа полтора для того, чтобы принять эти очень сложные для меня решения, потому что было очень много хороших работ. Хочу сказать всем вообще спасибо, во-первых. Те, кто принимал участие, большое вам спасибо за старание. Было, как я говорю, уже очень непросто выбрать, но я это сделал, победителей выбрал. И, кстати, я принял еще такое решение, что в этом конкурсе победителями будут абсолютно все. То есть я ввел дополнительное 6-е место, его получат абсолютно все, кто участвовал в конкурсе. Эти люди получат по 10 робоксов. К сожалению, я не могу дать больше, потому что у меня тоже, как говорится, кошелек не резиновый. И плюс к 6-му месту я еще так принял решение, что у нас за 5-е место будет плюс еще к росписи 20 робоксов, и это место займут 15 человек. То есть будет не одно 5-е место, а именно 15, потому что выбрать было очень тяжело. Ну что, друзья, давайте я быстренько сейчас пробегусь по всем рисункам. Кто рисовал, просто их было очень много, 41 работа. Это просто офигенски. Вот всем спасибо еще раз. Я просто не ожидал, что так будет много. И что у меня, оказывается, есть такие талантливые подписчики. Спасибо вам огромнейшее. Мне доставляло это большое удовольствие просматривать ваши рисунки. Вот, 41 работа. Это просто офигенски. Так, ну что, чтобы не томить, поехали. И первое место у нас получает, вот у меня уже все вкладочки открыты, все рассортировано. Первое место у нас получает София. София, спасибо огромное тебе за рисунок. Такая миловидная панда получилась. Нарисована, наверное, карандашом, мне кажется, да? И очень аккуратненько, миленько. И вообще-то, вы посмотрите, какая мордочка. Просто супер. У Софии точно талант. Это первое место, спасибо. Второе место получает у нас Артемка. Артем, мне чем понравилось, он, по-моему, единственный, кто нарисовал именно красками, нарисовано краской. Такое странное выражение лица, но мне очень понравился, зацепил меня вот этот рисунок. Очень мило, очень клево. Спасибо тебе большое. Третье место получает у нас Кристина. Посмотрите, королька панда. Тоже с соблюдением нюансов, вообще суперски, мне понравилось. Кристинка, спасибо тебе. Четвертое место получает Андрей. Мне понравился этот рисунок, потому что тут сразу три капанды и мой любимый Tower Battles. Есть БТР, зомби, воид, ферма 5 уровня приносит 1500, ферма 1 уровня приносит 300. Спасибо, друг, мне было очень приятно смотреть. И, как я говорил, пятое место занимает следующие 15 участников, потому что выбрать было очень тяжело, я решил сделать 15 пятых мест. Поехали. Первое место, пятое, это Рома. Посмотрите, какая миленькая пандочка. Какая она миленькая. У него в руках получается зомбак и миниганчик. Вот в эти глаза я когда посмотрел, просто влюбился. Вообще клево, спасибо. Еще мне понравилось то, что очки на одном ухе висят. Клево, спасибо большое. Следующее место Кирилл. Тут капанда вместе с миниганом. Прикольно, мне понравилось. Офигенски. Спасибо большое за рисунок, Кирилл. Диана и Филипп. 14-9 лет. Сначала думал, что это забор, но потом присмотрелся. Блин, так это же мой любимый Tower Battles. Тоже прикольно нарисован очень. Океан, тут идут вон зомби. И еще это возвышенность, куда можно ставить снайперов. Спасибо большое. Следующий рисунок это Дмитрий. А рисовал его 6-летний брат Андрей. 2 часа рисовал. Молодец за старание. Тоже получаешь 20 робоксов. Так, следующий рисунок мне понравился, это Алексей, он нарисовал именно в самой игре в Роблоксе, пиксель-арт такой, вообще очень сильно похоже, очки есть, все на меня очень похоже, спасибо за старание, за идею. Вот этот рисунок мне тоже очень сильно понравился, вопрос Данил, Данька нарисовал, короче, мою студию, 1000 ватт, сюда не лезть, убьет, камера стоит, компьютер.
Собственно, я, Roblox, здесь, наверное, заходишь в дверь и попадаешь в игру. И сначала я думал, что это за яйцо, а потом понял, блин, так это ж стул. Прикольно, микрофон, стул. Вообще клево, мне понравилось. Спасибо тебе, Данил. Следующее место — это Кирилл. Посмотрите, какая миленькая пандочка, вообще супер. Еще он поставил подпись 14 226 подписчиков. Видимо, он рисовал, когда у меня было столько подписчиков. Прикольно, что сделал на это акцент. И мне понравились вот эти смайлики. Смайлики — это именно рожицы, взяты из самого Роблокса, где там в магазине можно их приобрести. Очень похоже. Ну и панда... Эх, милота. Милота, спасибо еще раз. Следующее место — это у нас Коля. Коля нарисовал, я так понимаю, тоже это в Пайнте. Прикольно, мне понравилось. Очень клевенький рисунок. Поднимаем руку, дай 5. Спасибо за рисунок. Следующее место — это Кирилл. О, 2 пальца вверх. Пис, солнышко, трава, облака. Просто супер, мне понравилось. Следующее место — Камиль. Камиль нарисовал именно Tower Battles, 15-я волна, ставь рельсу. Идут у нас машины, дорожки. Короче, супер. Это мой любимый Tower Battles. И зомби, и стрелочками подписано. Камиль, спасибо за рисунок. Следующее место — Игорь. О, тоже мой любимый Tower Battles. Стоит снайпер, стоит миниганчик, и они нахлобучивают по зомби. Йоу, YouTube, прикольно, мне понравилось. Игорь, спасибо. Татьяна Иванова. Ну, наверное, может быть, не она рисовала, а сын ее. Кабанда лучший написано. Маленькая ошибка, но ничего страшного. Всем хай, всем привет. 2 сердечка и, собственно, я. Спасибо за рисунок. И следующее место — Ярослав. Капанда, еще старый мой скин вместе с Пикачу. Прикольно, одна лапка вверх, другая вниз. И улыбка, это круто, мне понравилось. Очередное место у нас — Эдуард. Тоже солнышко. Сначала думал, лужа, поменяю. Это же облака. Облака, лапка вверх, YouTube, капанда. Тоже прикольно. И наушники. Спасибо, друг, большой. И последнее место занимает Ерсултан. Тоже прикольно. Прикольные очки. Солнышко, лапка вверх. Цветочки растут. И облака. И улыбочка. Все, друзья. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 человек. Это у нас 5 место по 20 роблоксов, 4 место, 3 место, 2 место и 1 место. Все, друзья, я подвел итоги конкурса. И теперь самое главное. Для того, чтобы получить свои призы, всем участникам необходимо написать в группу мне в сообщение свое имя и ник в Роблоксе, куда перечислять робоксы, и прикрепить свой рисунок, который принимал участие. Это тоже необходимо сделать. Ну и, собственно, вступить в мою группу в Роблоксе. Ссылки будут все в описании. Все, друзья, всем спасибо за ваши талантливые рисунки. Мне было очень сильно приятно всех их просматривать, и было очень непросто выбрать победителей. Ну и, как я сказал уже, все абсолютно получат по 10 робоксов, все, кто участвовал, людям. Мне, конечно, пришлось все дополнительно задонатить кучу, но все ради вас, друзья, все ради вас, подписчиков. Я вас очень сильно люблю и уважаю. Все, друзья, до скорых встреч, увидимся на просторах Роблокс.